девочки, мальчики. Тот комментарий про грубость был правдой. Вот мой настоящий голос. Что-то... Пардон, меня задом наперед. Чисто мне что-то горло давит. Сейчас. На самом деле голос у меня такой. И вообще я мужик. Ладно, шучу. Короче, у меня видно, туда пошло, на эту сиплость. Сейчас уже 12 часов. Но я еще до 12 не говорила. Тёмка спал. Ни с кем не говорил. С Алёнкой только по телефону. Я понимаю, это все разойдется. Но я решила, я завтра не пойду, да, в понедельник. Вы как бы уже у вас понедельник, это видео выйдет. Но я не пойду в понедельник на работу, потому что с таким голосом меня просто... И мне утром как бы самое страшное, как бы противное такое ощущение утром. То есть надо расходиться, надо там все прочистить, там попить теплого и так далее. Я разойдусь, сейчас этот голос будет нормальный, но я подумала, что ну если не снимать, мне как бы не больно говорить нормально. Но не снимать, просто я вспомнила свои ощущения, когда я тоже да, своего любимого, так скажем, блогера ждала. Я наговорила, ой, я чуть-чуть приболела, я не буду вам как бы портить настроение там своим голосом или видом. И я была согласна вот с теми комментариями, которые писали. Нам все главное, делайте, как вам там удобно, да, но если вам... Если вы только думаете, что нам голос там не понравится или ваш внешний вид, не думайте об этом. Мы рады вас там видеть, слышите. Вообще, что бы вы ни делали. Вот я такая же. Вот как я в комментариях, да, что я собственница, там писали, что я, да, я в отношениях вот либо все, либо ничего. Вот, ну, все. Как бы вот мне не надо ни тайн, ничего. И я такая же. Вот так же мне и вот в привязанности к блогеру, да. Хоть ты там за хлебом иди, мне просто приятно тебя слушать. Я не смотрю блогеров из-за того, что она там какая-то умная. Нет, я люблю таких тоже блогеров смотреть, но я не, как бы не растворяюсь в них. Я принимаю от них информацию, да. Я там им не написываю, да я вообще никому не написываю, да, вот из блогеров. Вот. И я просто, когда привыкаю, да, как бы душой к блогеру, это только потому, что это человек такой, то есть просто вот я нашла, и мне приятно просто все от нее, просто даже видеть, как она там что-то делает. Вот. Какая-то смс-ка от Аленки, видео какое-то прислала. Я ей сказала, Алена, короче, я заболела, давай мне свои видео, как ты там, что у тебя там в сумке и так далее. Она говорит, ой, мне одной рукой неудобно и так далее. Поэтому у нас сегодня планы какие? Сейчас я буду краситься. Хочу сегодня сделать... Просто выхожу просто в Пятерочку дойти два шага. Просто купить воды, хлеба. Я вчера во Вкусвилле, после Вкусвилла так и не дошла до Пятерочки. Как бы было очень холодно и думаю, все у меня есть. И много всяких домашних дел. А особенно уроки надо сделать с Тёмой. Записать его на выписку на следующую неделю, ну, как бы на вторник, среду, наверное. Потому что он молодец, сам справился, без всяких там антибиотиков. И работать буду сегодня. Вот сегодня, сейчас у меня воскресенье, я буду целый день работать. Отчетность, над отчетностью. И поэтому легкий такой зелененький макияж, просто я давно зеленого, а он мне нравится. И в Пятерочку, и назад. Поэтому быстренький такой макияжик. Вот. Поэтому вы смотрите не просто макияж, да, сборы на работу, а это еще воскресный такой вложик у меня. Не знаю, закончится ли он только утром, ну вот чтобы вам выложить только утренний, либо еще днем, за день, чтобы вы пришли с работы и посмотрели. Не знаю, не буду обещать, как получится. Но голос, видите, он уже у меня... Расхожусь я. Сейчас тепленького еще надо пить. Как в рекламе, да? Ребенок пью и писаю. Как и я.
Спасибо вам за комментарий. Я прям как открываю и ухожу в них. Спасибо за поддержку. Вы такие все умные. Вы так хорошо лечитесь. Такие все добрые. Да, был там один комментарий на тему. Я его, главное, не видела. Короче, у меня теперь, я не знаю почему. Я многие комментарии, ну не многие, нет, не многие комментарии просто не вижу. То есть они у меня не горят как бы такими точечками. И Аленка мне пишет, типа, у тебя там один такой нехороший комментарий. Я говорю, где? Да там, тама. Как это? Куда деньги спрятала? Тама. Я говорю, Алена, я не вижу. Пудра. Буржуа. Короче, я его искала, искала. И в непросмотренных, и в каких-то, и в новых, и в последних. Нашла. Заблокировала. Вот. Ничего мне тут на эти темы. Короче, темы эти обходим, чтобы жить спокойно. Брови я просто сделаю, что-то захотелось тушью. Спасибо про комментарии про отношения с мужчинами. А там Наталья, моя подписчица, вообще завела такую тему, что у меня даже чуть ли слеза не покатилась. Такое стихотворение мне поэтессы одной. Прямо вот я читаю и прямо чувствую. Вот вы говорите все, да, ой, ты такая добрая, такая прям это самая позитивная. Да, внешне, как бы, да. Нет, и внутренне тоже. Но я вот после, наверное, после рождения Тёмы, наверное, так, я такая стала более жесткая, более строгой с ребенком. Так вообще, у меня есть строгость, да. Ну, вы поймите, я и за папу должна. Если я из него нюню вырасту, выращу, это кто будет вообще? Он и так по характеру очень такой нежный, как бы, ну вот. Вот поболтать любит, такой как бы, он ни с кем не дерется, все. Я, видите, и к спорту его приобщаю, то есть я и заставляю его, то есть во мне есть вот это как бы, да, как это учительское, вот мне учителем надо быть, потому что меня и дети любят, я могу с ними и над собой посмеяться, и с ними там трым-пырым, типа, ой, привет, здорово, там, броу. Ну, как бы все это, да, может, это звучит, конечно, стрёмно, но для малышей это самое то. И у меня и лицо такое, ну, как бы, да, видно там уже поплывшее, но как бы все равно какие-то есть черты такие более детские, да, вот, и детки тянутся, и я очень люблю, то есть вот я, и у меня эмоции сразу, если вот я увижу там вот ребенка, как бы, да, ну, я готова его. И Тёма у меня даже в детстве вот шел такой, ой, мама, смотри, какие руки. То есть как бы... Ленка все пишет мне, что-то там купила, 21 грамм ржет, что, я даже не открываю. Вот. Поэтому мне учительница, я в детстве очень любила играть, как бы, и, наверное, надо было быть. Но я все-таки и жесткая еще, да, потому что... Но раньше, в молодости, когда у меня не было ответственности за маленького ребенка, да, вообще за человека целого, я же не знала, что я буду растить там его одна. То есть я была, ну, просто, понимаете, такой цветочек. Вот умножьте мое сейчас состояние, да, вам кажется, я такая позитивная, я такая активная, все. Вот, ну, я не знаю, в 50 раз. При этом я была бухгалтером, потом зам главного бухгалтера. Но это было полное несоответствие, потому что я даже ходила как какой-то мотылек. Какая-то такая а-ля непосредственность, какая-то наивность, может быть, даже чуть-чуть и наигранная, но мне нравилось чуть-чуть, знаете, как включать, ну, не включать такую дурочку, а вот, ну, вот это было свойственно. Если бы мне было не свойственно моему характеру, я бы ничего не включала, я даже, ну, может быть, даже осуждала бы, что это она, как это самое, типа, дурочку себя делает. А я бы, вот у меня органично было. То есть на меня бы, вот, там, менеджеры по мне заходили, ну, без улыбки не смотрели, понимаете. Ну вот как-то я вот всегда была вот на таком,
Короче, я порхала. И, кстати, вот моего молодого человека, который, с которым мы как бы и работали, потом это очень бесило. Да. Поймите, я ищу близнецы, а он как бы рак. А они такие более серьезные, мне так кажется. Вот у меня и подружка рак. Они такие очень умные, такие все вот как бы. Вот. А он такой был тоже приземленный. И он даже, может быть, где-то... Потому что мы варились все в одной компании. И коммерческой компании. Все мы дружили в компании. То есть все были одного возраста. Там и менеджеры, и директора. Там все. Там и девчонки, и секретари, девочки, и все. Вот. И мы просто, представляете, коллектив, ну, большая компания. Все одного, блин, возраста. Это вообще... Это просто... Я не знаю, как мне повезло. Я краситься буду или нет? Я вот говорю спасибо, Господи. Беру, значит, сразу. А, ну давайте, чтобы на висшее веко. Вот так, чуть-чуть пудрочка еще. Вот так. Как мне повезло, что я попала в такую компанию. Ну это кладь. Самая там взрослая была на тот момент главный бухгалтер. И то она. Носила юбки короче, чем я. Такая была, без претензий. Вот. Любила очень меня вообще. Короче, вот о чем я говорю. Вообще, перешла уже вообще в другую степь. Делаем сразу зелененькую растушевочку такую. Просто дымку. Ничего не буду делать, я накрашу ресницы. Поэтому вот представьте меня сегодняшнюю, уберите всякую ответственность вот это, да, за ребенка, за квартиру, там, я не знаю, ну, тогда у меня тоже уже была квартира, а до этого я с мамой жила. Но я знала, что всегда мне надо зарабатывать, как бы вот это я, да, знала. То есть я всегда работала, даже когда училась в институте по полдня. Это да, я знала, что мне сначала в институт надо закончить, все такое. Вот. Но была вот... Вот мне... Я хочу вернуть вот это чувство. Меня полнота... Меня доброта переполняла. Я ни с кем вообще... А других бесила. Вот я потом... Открылись такие тайны, что девочки там... Не то, что против меня, да, а там... Были такие, которых это раздражало, типа, чё это она всё? Мы берём такую кисточку. Ну вот потом, вот я, кстати, недавно услышала такую... Ой, растушую. Притчу или что-то. Кстати, у Анны Ханны. Что-то я на неё подвисла, когда праздники были. Она всякие истории рассказывает. Ну, житейские, криминальные. И вот у нее такая притча, она сказала, что бабочка говорит змее, говорит, я тебе сделала что-то плохое? Змея говорит, нет. Бабочка говорит, ты питаешься бабочками? Змея говорит, нет. Тогда она и говорит, бабочка, а чего, почему ты хочешь меня там съесть или убить, там, или укусить? А змея отвечает. Не могу больше смотреть, как ты весело порхаешь. Вот это, наверное, про меня и вот про отношения даже вот с коллективом. И, да, может, я перегибала палку вот в этом, ну, я не знаю. Я думала, что добрый человек, веселый всем, как бы будет в радость, да? И вот этот молодой человек, с которым я жила, он даже вот, ну, не то что стеснялся, да, потому что меня же все знали. Его это очень раздражало, что я общительная, веселая. То есть он даже типа, ну, высмеивал, что типа не позорься. Думаю, а чё, ну, в чем позориться, что я всем с улыбкой отвечаю или там как-то наивная, ну, я не знаю. Вот, вот это, да, я стала понимать потом, что его просто это бесило. Так, сделаем чуть-чуть... Около ресничек такую стрелочку маленькую. Представляете? Я никак не могла понять, почему, что я делаю не так. Да?
Непонятно. Я не знаю, может быть, если бы мужик у меня такой был, вот такой, да? Не, ну я же знала бы, что это мой мужик. Ты их, пожалуйста, весели там, будьте как бы добры. Знаешь, есть такие мужчины, которые они и так, и прямо вот, и дверь там кому-то откроют, помогут с ребенком, и все. Ну, я бы была прям счастлива. Если, конечно, он потом никуда не делся. К этому ребенку, например, да? Ну, я шучу. Тут у меня глаз более нависший. Вот. И поэтому я хочу вернуть вот эту мою свою непосредственность. Не став, я не буду там дурочка, да, хихи, просто внутри, вот. Еще такая как бы с иголочками. Раньше у меня прям вот было какое-то такое, я не знаю, ощущение вот чистоты, доброты. Что, конечно, у всех так. Но в молодости, вот в нашем коллективе, я одна такая была с придурью. Знаете, давно-давно был такой фильм. Если я сейчас правильно его как бы воспроизведу. Там играла такая, по-моему, Питер показывали. Да, кстати, давайте познакомимся. Меня зовут Наталья, я бухгалтер. Мне 45 лет, я живу в Санкт-Петербурге и воспитываю сына 12 лет. Потому что это я сейчас начинаю, да, влог мой. Вот, и там такая актриса, она потом часто снималась, такая чуть-чуть пухленькая такая, ну, молоденькая. Пухленькая такая, у нее волосы такие рыженькие. Но не эта питерская, не наша взрослая. Она вот молодая, и сейчас молодая там. А сейчас у нее куча детей, по-моему, она, да. Вот, и она там в этом фильме тоже была, то ли она работу искала, а, она приехала к бабушке, то ли бабушка умерла, то ли она там жила, по наследству там какая-то квартира большая, по-моему, в Питере, вот как-то мне так, ну или в Москве, не знаю, дверь открою, мне даже жарко. Вот, и она осталась в этой квартире, и надо было как-то выживать, да, там работу она искала, и вдруг, а там какой-то появился... Все за ней то ли ходил, то ли не ходил. Короче, ангел, парень. Он тоже в питерском нашем, точно, значит, это про Питер. Потому что он играет в питерском нашем театре, я его как-то видела. Вот, тоже молодой он там такой, белобрысенький. И вроде в роли ангела. И вот как он там ей начал помогать, что-то такое. Но вот у меня, когда вот я вижу себя в молодости, прям вот, вот прям отражение вот... Она мне почему-то кажется. И вот я когда стихи эти читала, вот мне Наталья, подписчица, сегодня мне прислала. Это значит вчера, под вчерашнее видео, да? Вот. Мне прям вот это напомнило, что вот такая она вся как бы порхает. Давайте я ресницы накрашу и вернусь. Вот видите, встала. Вот если бы там не канал мой, не видео. Я бы встала в таком состоянии, я бы целый бы день даже провалялась. Да. А вот канал, понимаю, что надо. И нашла бы я что поесть там Тёмке. А вот думаю, надо, значит, все-таки в пятерочку за продукты. Там, и воду, и хлебушек, как я. Хлеб и вода. Наши друзья. Вот. Сыра купить, того, сего. Там всякий хоз, там губочки уже. Губки там поистрепались, да. Ну, я очень часто меняю просто вообще. А вот. А если я, например, куру готовлю, ну, мясо какое-то, да, то я, ну, во-первых, все это в перчатках делаю, да. Ну, из-за аллергии вообще очень удобно, как бы. Я потом, вот если я мою там, да, в раковине, что-то у меня как бы, не знаю, бредовые теперь идеи, там, смотрела всякого. Я потом вот этой губкой, которая до этого там посуду мыла, да, я потом с чистящим средством как бы... Или просто даже там, ну вот, типа фэри, да, мою, но у меня не фэри, мою раковину и выбрасываю. То есть, если я там мясо что-то делаю, я уже эту губку не оставляю. Вот. Доска у меня специальная для мяса, для рыбы, то есть на ней я не готовлю ни овощи, ничего. Ну, это такое отступление. Так вот, я говорю, что спасибо, что есть канал, что он меня держит как бы в руках.
Так что у меня сегодня тоже очень много планов, хоть и воскресенье я буду работать. Надо помыть кисточки, но это, видимо, вы уже увидите вечером, потому что я уже наговорила на одно, на утреннее видео, полно наговорила я. Вот, поэтому мы сейчас чуть-чуть делаем губы сразу. Вот я им мажу всегда. Видите? Всегда забываю это слово. Я не могу понять, почему оно мне так сложно-то такое. Вот. Что там? Бальзам. Чуть-чуть. Бальзам, Наташа. Тёмка тоже стал теперь ложиться в 12. Поздно встает. Думаю, ладно, отсыпайся. Ну, сегодня уже все уроки будем делать. Так, берем мы. Вот просто хочу. Это Physician Formula. Это светлый оттенок, девочки. Light Bronze. Есть потемней. Номера нету. Я вот даже хочу это использовать сейчас. Просто чтобы чувствовать этот аромат. Я очень верю, и на меня это действует, когда ароматы поднимают настроение. Очень. Хотя я уже встаю в хорошем настроении. Я вообще очень люблю утро. Даже когда больная, мне вот прям хочется встать, скорее помыться и начать день. А вечером, когда мне бывает вечера, когда мне сложно, да, заснуть, думаю, господи, ну вот, вот так перелистнуть бы, и было бы утро. Я уже готова сейчас встать и действовать. Нет, надо спать. Слышатся мне голоса. Тоже казалось, ну, Наташа, вот ты сейчас как бы, да, там голос такой будет, такой. Вот что ты сможешь сказать людям? Ну, 5 минут быстро покрасишься. Сейчас уже, наверное, 35 минут я говорила. А потому что вы начали мне писать, ну не начали, а как бы да, пишите мне комментарии, мне есть о чем вам сказать, ответить там, да, попереписываться. И потом вот в каждом видео, да, можно поговорить, пообсуждать комментарии, ответить на них, может быть, более, извините, что громко, более... Ой, девочки, просто вот так и за ним идти. Вот, затронула я там тоже тему, да, что расскажу вам про мои похождения в хорошем смысле этого слова, значит, на сайтах, да, как я знакомилась. Но сейчас, вот, потому что у меня стоит, по-моему, возраст реальный, или на один годик меньше. Понимаете, я очень фотогенична, я умею себя преподнести, поэтому... Когда вот у меня фото и стоит там, было бы там 46, да, вот мне в мае будет 46, да, ну 45, то на возраст-то уже никто там, наверное, не забивает 45, да. А на фото мне даже многие писали, блин, я бы тебя и не нашел, да, вот, ну, если бы вот я ставил бы себе ограничения, ну, а у тебя так, ну, ты такая хорошая, симпатичная там и так далее. Вот, просто видите, я очень фотогенична, знаете, как это в фильме «Одиноким предоставляется», пришел такой знакомиться, такой вообще ужасный, она такая, а мы вам не писали, она такая, ну как же, вот моя фотокарточка, она берет такая, ну я хочу сказать, что вы очень фотогеничны, так это вот про меня эта тема, что как бы, прихожу, знаете, ну ладно, не, но никто пока не жаловался, что приходит совсем другой человек. Нет. Я просто вот фотку выкладываю, где там супер-супер, да? Вот. А когда уже прихожу на свидание, я уже это заполняю своим вот этим характером, весельем, да, чтобы как бы чуть-чуть отвлечь его от фото. Не, ну все говорят, что, как бы, конечно, там похоже и так далее. Ну, не было того, что типа, кто ты?
Вот. Хотя мужики мне рассказывали, что очень часто они вот так встречаются на фото одно, а приходит, ну, вообще другой человек. Там и по габаритам, и по лицу, то есть совсем, ну, вплоть до смены волос, то есть там цвета волос. Он идет там к блондинке, например, а приходит там рыжий или неухоженный, или еще что-нибудь. Не, рыжая, я не в том плане, что плохо рыжая, но как бы, ну, он ждал блондинку. Мне вообще рыженьки очень нравятся, потому что у них рыжие, они не просто рыжие волосы, да, у них совсем другое, ну, структура и кожи, и лица вообще. Это, конечно, отдельная категория вот женщин. Не знаю, как мужчин, но женщины, мне кажется, это особенные какие-то женщины, да, рыженьки. Вот, респект. И поэтому раньше я встречалась, ну, просто вот особенно там девчонку свою брала, думаю, не пойду я одна там с ним куда-то встречаться, там я в кафешку. Я говорила всегда, я с подругой приду, я с кузнецом приду. Он такой, ну, ладно. Вот, раньше так мы вообще после работы, ну, вот так, и все, мне все писали, мне там, ну, то есть я была на расхват, естественно. Тогда еще и мало общались, вот как-то сейчас это уже отношения по знакомству к сайту, как там на один раз, да, там или переспать, там или что. Вот. А раньше прям конкретно, то есть если мужчина писал, он действительно хоть, ну, какой мужчина тогда, парни были, да, молодые, я была молодая, то есть просто мы встречались, болтали, как бы, то есть ходили по кафешкам, по городу, то есть вообще было вот прямо. Я помню, ко мне из Москвы люди приезжали. Просто погулять, ну, как бы просто увидеть меня, там, поболтать, там, ой, вообще. Меня потом в аэропорт, там, его ездила, провожала, ой, вообще, дура, вообще дура. Не, ну, все было вот прям так, вот, лайтово, хорошо. Мы вот с Надькой ездили в Москву тоже, значит, ну, насобирали там несколько парней. Я говорю, значит, так, утром у нас тем, там это самое, в обед те, и вот так со всеми там по 3 часа там по Москве гуляли. Тогда еще повезло как бы с погодой. Вот. Было очень весело, да. Сейчас, конечно, вот из-за того, что вот возраст, вот эти цифры, да, конечно, поугасло все. И мне уже никто не нравится, потому что вот какие, которые мне мужчины пишут, ну, я не знаю, чисто зрительно, но мне даже вот даже не могу ответить им, да, или попробовать с ними встретиться, как Алена говорит, Наташа, ну надо встретиться, потому что в жизни человек другой. Ну, я вижу уже какой-то человек, да, там, или неухожен, или что, ну, я его просто не вижу, или вот, ну, пузатый, я ничего против, конечно, нет, я имею против вот мужчин пузатых, да, вот, ну, почему ты там, ну, почему ты думаешь, что вот, и вот пишет, да, ну, вот видит, что куколка, да. Ну, потому что у меня такие, я выбираю фотки, где вот, ну, видно, что миниатюрная, все ухаживает за собой. И ты вот, ну, я не знаю, это такое самомнение, значит, у человека. И почему мужчины расслабляются, что вот у него пузо, да, это мужика всегда должно быть пузо. Кто сказал? Во-первых, если у тебя пузо, так это у тебя уже жир, извините, внутренних органов. Я там просто это столько читаю, столько смотрю про это все. Вот. Поэтому я и держу себя в руках, потому что я этого всего боюсь. И, пожалуйста, следите за собой, потому что это здоровье, это даже не чисто внешне, да, как бы там проблема. Я вообще против бодипозитива, потому что это здоровье. Да, пока ты молодая, пампушечка, все хорошо, ты такая счастлива, ну, как бы все у тебя хорошо, но это ты пока молодая. А потом первое, у тебя заболят колени, там плоскостопие уже вообще до свидос, наверное. Ты не сможешь двигаться, появится одышка, то, сё, и вообще. Ой, ладно. Это такая тема очень. Короче, вот я о чем говорю, что сейчас по сайту намного сложнее кого-то встретить, кто тебе понравится. А с молодыми я, ну, не хочу, потому что я понимаю свой возраст, я вижу все свои там минусы. Вот. Поэтому чем не молодой? Либо чисто так. Ну, я-то хочу полноценных отношений, не просто там для тела, да. Хотя мне мама говорит, да пора бы уже и просто для тела. А врач мне такой, ну, надо уже начинать. Я говорю, да, надо. Вот, поэтому, не знаю, очень сложно, очень сложно. Вот. Ладно. Губы я попозже накрашу. Сейчас я завтрак сделаю Тёмке.
сама хоть что-то поем, потому что уже время там 12 или даже полпервого, не знаю, или час уже вообще. Вот, а потом уже пойдем. Потом, какие у меня дела, значит, надо, во-первых, списочек мне написать, что купить, потому что я без списка не хожу. Список дел, потому что я так люблю. О, как разговорилась. Видали? Вот так. Вот. А сейчас бы ходила вот так, Тёма, мне нельзя говорить. И до вечера бы такая бы ходила. Вот. Это вот Алёнка любит, говорит, когда я болею, я все равно дома не сижу. Я говорю, Алёна, надо же поболеть, себя пожалеть, там щекована. Нет, я тогда превращаюсь, я еще больше типа заболеваю. Вот. И опять я посмотрела про иммунитет, значит, что надо комплексно подходить, все это. Ой, девочки, как это вообще, как это надо вообще. Будем друг другу помогать, будем меньше мусора жрать, вот, больше воды. Так, пойду попью, Тёмочку покормлю, а себе сделаю чаёк. А, может быть, заварить даже зеленый чай с лимончиком. Давайте попробуем. Какой вообще на вкус, я вам расскажу. Вот тот дорогущий, извините, золотой чай. О, зеленый. Что такое? Я с этой унцией стою. А, мне еще понравилось там этот парень. Там. Сколько вам я? Завести мне, пожалуйста, одну унцию. Знаете, какой-то бедный этот самый какой-то котенок. Можно мне? Тетя-тетя-кошка, выгляни в окошко. Мне, пожалуйста, знаете, унции одну. Ладно, ну все, поехали и вернусь. Что Тёма сказал, иди в Пятёрочку, я сейчас не хочу есть. Девочки, а время уже час. Вообще в шоке. Ну ладно, сегодня воскресенье, я могу и все равно успею. Сейчас засяду за работу и все. Главное, что Тёмке дам, значит, посмотрю, что там домашка. Поэтому сейчас идем, пишем, что надо купить. Ну, вы уже это увидите. Вы это уже увидите в вечернем выпуске. В вечернем выпуске Мурзилки. То есть утром все-таки останется макияжик, да? Значит, смотрите, я использую очень хороший карандаш Cicatriz, такой коричневый. И, естественно, мою L'Oréal 103. Парочка просто молодец. Вот прямо до середины губы. И еще сверху. Вот, очень хорошая парочка. Я буду, конечно, в шапке до Пятёрочки добежать. Ну вот, как-то так. Видите, я и разговорилась с вами. Но все равно вот тут все так скованно. Ну, я могу дома работать как бы в понедельник, потому что директору моему главное, чтобы все было сделано. И поэтому я за воскресенье все ему сделаю, всю информацию ему скину. Здоров, Тёмочка. Вот. И он будет рад. Я из дома также работаю. Мы, ну, на удаленном как бы сервере работаем очень удобно. Вообще все летает. Ну, конечно, на работе у меня вот такой экран здоровый. Монитор, да, очень удобно. А тут все-таки все меленько. Ну, ничего. Ну что, всем, ведь уже готова к Пятёрочку. Всем хорошего рабочего понедельника. Пишите мне, смотрите меня, подписывайтесь. Видите, я даже как бы и в больном состоянии, и мне приятно уже выходить на связь, да, делать видео, потому что это уже как часть, понимаете, поставила телефон и крашусь, и уже болтаю. И главное, есть уже о чем поговорить. Вот.
Так что давайте дальше дружить и ждать весну. Хорошего вам рабочего дня. Начало недели это рабочий. Я тоже подсоберусь, потому что не надо раскисать. Все, не надо. Не надо расслабляться. Надо потихонечку, без стресса для себя, потихонечку вот так поговорить с собой, да, вечером. Так, завтра у меня то-то и то-то. Не расслабляемся, не психуем, мы все успеем. Вот, и мы действительно тогда все успеем. Главное, чтобы вот так спокойно все было. Вот, всех вас люблю, обнимаю. Всем добра, всем мира. И какого-то прям счастья, такого весеннего, летнего счастья. Хоть сейчас и зима. Ничего. Все, пока.